Вы знаете, я позитивно отношусь к тому, чтобы были банкноты не только 100 и 500 тысяч и 5 тысяч, но и 200 и 2000 рублей номиналом. Мне кажется, это правильная, хорошая идея, которая позволит, ну, более так эффективно, что ли, распоряжаться деньгами. Вы знаете, бывает иногда 5 тысяч бумажки не очень удобно, поскольку нужно какие-то, ну, платить дробные суммы, и не берут просто 5 тысяч. К тому же боятся, что 5 тысяч могут быть подделаны часто. А тысячные купюры, ну, слишком много там в кармане держать. А 2000 – это нормально. Мне кажется, отчасти 200-2000 – это некая такая попытка руководства Центробанка увековечить нынешнее руководство подписью. Вы знаете, каждый глава Центробанка хочет остаться в истории тем, что его подпись будет стоять на банкноте. Ну вот Эльвира Набиуллина, наверное, точно хочет остаться в истории, как и предыдущие главы Центробанков. Ну, мне кажется, мы должны относиться с пониманием к такому желанию скромных чиновников войти в историю. Знаете, я не очень знаю, какие города на банкнотах ты сейчас, редко их, честно сказать, рассматриваю. Я вообще предпочитаю пользоваться кредитной карточкой через безналичные расчеты, что и всем очень советую. Но, без сомнения, Крым должен появиться на одной из новых банкнот. Вот, может быть, вот тот вид, который у меня здесь есть, понимаете? Вот такой вид, который здесь у меня за спиной. Вот он, возможно, с Гласточкиным гнездом, либо с Севастопольским памятником погибшим кораблям. Вот что-то такое должно появиться на этой банкноте.